Здравствуйте, друзья! В этом видео хотел бы показать, как можно заменить на удилище крокодил вот такое вот кольцо. Смотрите, вот колечко, да? Ну, бывает такое вот, вы купили снасть, поехали, и у вас вот выпала вот такая вот керамическая вставка с кольца. То есть, вот, вот такая вот здесь, а тут ее нет. Что можно сделать? Можно, конечно, есть видео, где вставляют сюда керамическую вставочку, но берут вот такое вот кольцо, распиливают и вставляют вот эту вот керамическую вставку. Но я считаю, это вообще неправильно и долго она работать так не будет. Поэтому, чтобы это избежать и полностью поменять вот это вот кольцо, что мы делаем? Мы берем вот такой вот напильник, можно купить его в фикс-прайсе, ничего особенного в нем нет. И потихонечку стачиваем, стачиваем вот до такого вот состояния, когда вы сможете вытащить одну сторону кольца. И потом точно так же со второй стороной проделываем. Проделывается это вот в таком виде. То есть нормально все, можно сначала с углов, потом сверху и потом спокойненько достанется. Единственное, что нужно будет потом обшкаблить со всей стороны, чтобы потом можно было зацепиться другой ниткой, чтобы было сцепление, когда будете склеивать. Но это я сейчас покажу дальше. Сейчас я сначала отшлифую, так сказать, с двух сторон и потом доточу, чтобы вылезла вот эта часть кольца. Вот смотрите, видите, колечко уже доточил. Теперь его можно вот так вытащить аккуратненько. Вот видите, ничего здесь страшного не будет. Вот оно вытаскивается, вот оно вытащилось. Совершенно новый крокодил. У меня просто был брак с кольцом, я не досмотрел, моя вина. Нужно смотреть внимательнее, поэтому смотрите, когда покупаете. Приклеено на эбоксидку, но мы можем приклеить и клеем секундой. И как он называется, вот этот моментальный клей, не помню, там разные фирмы. Но самое главное сточить со всех сторон немножечко, чтобы было шершавое, чтобы нитка могла за что-то зацепиться и склеиться, чтобы было сцепление. Ну и вот это, естественно, вот эти пазы, их тоже нужно сточить, чтобы, ну, более-менее можно было сюда новое кольцо вставить. Вот это вот, которое я купил. И вставлять нужно желательно так же, как и было предыдущее, то есть прорезью вниз. Так что занимаемся, стачиваем дальше. Столкнулся с небольшой проблемой, смотрите, надеюсь, будет видно. Вот здесь посередине есть такой пазик от предыдущего клея. Здесь ровно, а здесь вот посерединке такая линия. Как вот в принципе на колечке, ну вот. Видите, вот прорезь. И вот, вот эта вот прорезь как раз вот здесь тоже осталась. Я пытался немножечко колечко раздвинуть, чтобы оно прям встало идеально, но не получается. Поэтому вот этот паз придется тоже выбирать, вот эту горку, которая выпирает. Так, смотрите, вычистил полностью пазы. Вот так они теперь выглядят. Колечко теперь сюда вставляется идеально. Я сюда уже намотал немножечко... Ну как намотал, прикрепил точнее нитку, чтобы обмотать. Кто-то говорит, нужно обязательно капроновая нитка, у меня нету капронового, у меня обычная нитка. Смотрите, как вставляется кольцо. Вот я придерживаю пальцем в эти пазы. Так, вот так, наверное. Щели нет вообще, то есть вставляется очень хорошо. И, то есть, вот с двух сторон, вот сейчас могу показать. Вот. Щелей нет, то есть вставляется замечательно. Нитка сейчас это все придавится. Естественно, нитку нужно будет проклеивать. Так, берем катушечку и начинаем обматывать. Ничего тут особенного такого нету. Начинаем обматывать наше колечко. Да, я думаю, надо начинать сверху обматывать, потому что именно отсюда оно будет прижиматься. Конечно, в идеале, чтобы это где-то было закреплено. То есть, должно быть, ну, струбцина какая-то, которая это будет закреплять. Но у меня, увы, такого нет. Поэтому это будет вот так вот проделываться вручную. Может быть, сейчас кто-то, как всегда, осудит, скажет, это, а, это, все, это держать не будет.
Но я вас уверяю, держать это будет и еще как будет держать. Даже будет очень хорошо. Что, заматываем. Все будет норм. Так, ну вот так вот и проматываем потихонечку полностью все. Стоит показать, как затягивать ниточку и как получилось. Вот такая вот намотка получилась у меня. Вот так, как по мне, не хуже заводской. Сейчас я подзатяну. Затягивать буду вот так, ничего особенного здесь нет. Придерживаю пальцем и завожу вот сюда, вовнутрь кольца. И спускаем вниз, вот сюда. Пытаемся пропихнуть в паз. Вот я его в паз пропихнул. Думаю, всем видно. И завязываем второй, еще один точно такой же. Можно для надежности еще один завязать. Но и так все крепко уже держится. Все равно это все будет обрабатываться клеем. Вот такая получилась обмотка. Вот это немножко пушочек от ниточки. Как по мне, не хуже заводской. И мне кажется, маленькая ниточка тоненькая намного лучше вот этой вот толстой, которая продается. Теперь осталось, вот как видите, с этой стороны тоже оно идеально лежит кольцо. Его осталось только примотать и все. Клеить само кольцо отдельно от нитки я вообще не вижу смысла. Как по мне, так лучше пропитать всю нитку клеем, чтобы это было такой монолитной единой конструкцией. Так что продолжаем намотку. Завязывать точно так же, только подгонять вот сюда. Если здесь у нас есть разрезик, пазик такой, где мы завязали, и все у нас как бы хорошо. Здесь мы просто вот, ну, вот тут узелочек сделаем и уже пойдем обматывать. Тоже ничего сложного. Вот такая получилась обмотка у нас. Это моя собственная, а это заводская. Но она еще проклеена, конечно. Вот. Теперь осталось нам проклеить. Я листочек подложил, чтобы ненароком не накапало. Так, клеить я, конечно, советую всем эбоксидкой. Но у меня клей секунда, специальный клей, моментальный клей, написано дерево, резина, пластмасса, металл, фарфор. Клеить, в принципе, можно всем. Я и на удочке, которые телескопические, поплавочные, я клеил обычной секундой, который в магазине Фикспрайсе продается. Этот, конечно, немножко другой клей, но, опять же, я советую всем клеить исключительно эбоксидкой. Почему? Потому что эбоксидка очень хорошо впитывается, очень хорошо склеивает, и она уже проверена годами, все ей клеят, поэтому я советую клеить ей. Здесь же я показываю исключительно свой опыт. Первый раз, тем более это карповая снасть, я собираюсь использовать на карпа, то есть это не на плотвичку, знаете, где-то можно там склеил чем-нибудь или на карасика и так сойдет. Это карповая снасть. Клеим. Клея не жалеем. Клеим хорошо. Так, тут хватит. Теперь клеим с этой стороны. Нитка впитывает в себя, поэтому не забывайте, что нужно нитку очень хорошо намочить. Она еще впитает в себя, она возьмет в себя какую-то часть. Так что ниточку надо промочить. Промочить хорошо, не пожалеть. Смотря еще сколько слоев накрутили. Если один, но один не может быть. Если тоненькая нитка, как я, то это минимум слоя 3. Я 3 крутил, чтоб прям основательно. Конечно, оно будет немножечко шершавое, потому что только первый слой и ниточка впитает в себя клей. То есть идеально, знаете, вот как заводское не будет.
Но этого можно добиться, проклеить несколько слоев клея на мозг, либо вскрыть лаком для бесцветным, чтобы вообще прям было супер. Вот так выглядит новое колечко, которое вставлено в крокодил удилище. Вот так заводское. Заводское немножечко глаже вот здесь, если вот приглядеться, тут немножко глаже. Это чуть-чуть шершавее, хотя здесь два слоя лака бесцветного. Но, тем не менее, все равно, я считаю, что получилось очень достойно, поэтому если будете проводить такой эксперимент по замену кольца, то проводите смело. Как видите, все получается довольно классно.